Добрый день. В интернет-магазине онлайн Trade.ru был куплен аккумулятор Nikon EN-EL14A для зеркального фотоаппарата. Данный аккумулятор подходит для линейки фотоаппаратов Nikon, соответственно, D30 3100 по 3400. Ну и также подходит для линейки также фотоаппаратов Nikon от D5100, ну и до D5300. Также подходит к некоторым фотоаппаратам Nikon Coolpix. Так, ну и что из себя представляет аккумулятор? Причем был куплен аккумулятор фирменный. Вот на нем есть, соответственно, голограмма производителя. Так, пришла вот в такой упаковке стандартной фирменной. Так, с боковых граней, с обратной стороны, 5 боковых граней. Ну, здесь вот обозначение на китайском, соответственно. Ну и лицевая сторона. Так, на верхней стороне также обозначено логотип Nikon, ну и тип, соответственно, аккумулятора. Так, на нижней стороне, то есть показано на наклейке, соответственно, где был произведен данный аккумулятор, ну и кто его импортировал, соответственно, в Российскую Федерацию. Так, что примечательно как на самом аккумуляторе, так и на упаковке, нету даты изготовления, либо дата скрыта, соответственно, китайскими иероглифами. Ну и срок службы. Так, внутри этого аккумулятора находится, соответственно, сам аккумулятор, ну и документация. Так, аккумулятор вставляется вот в такой упаковке. Так, ну и внутри находится документация, в том числе и на русском языке. Потом представлена основная информация, как использовать, соответственно, температурные режимы. Так, ну и внутри вот этого пакетика находится сам аккумулятор. То есть рассчитан он на 7,2 вольта, соответственно, на 1230 миллиампер часов, ну и на 8,9 ватт часов. Так, с обратной стороны показано, где она изготовлена, то есть оболочка изготовлена в Китае, но дальнейший процесс заканчивался, соответственно, в Индонезии. Внизу также находится голограмма, обозначающая, что данный аккумулятор производит компания Nikon. Так, ну и под крышечкой находятся, соответственно, контакты. Данный аккумулятор подошел к камере. Изначально на нем заряда из трех делений было одно, ну где-то 33-40%. Так, ну а после зарядки, соответственно, успешно был поставлен, ну и уверенно и хорошо держит заряд.
поэтому всем рекомендую данный аккумулятор для, соответственно, камер, в которых можно установить этот аккумулятор. Всем удачи, до свидания.